Раз, два, три, четыре, пять. Вышла битва замков. Погулять. Короче, не знаю, усаживайтесь поудобнее. Привет, 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 ребятушки. Сегодня у нас знаменательный день. Будем пытаться получить Динамо на бездонатном аккаунте. Это пельмень. Там есть даже плейлист пельменя. Можете посмотреть всю историю данного аккаунта вот прямо с нуля. Ну, этот аккаунт развивается с нуля. Правда, сейчас как бы его развиваю уже давно не я, а развивает Света. Если бы не Эльвара, то, скажем так, на этом аккаунте уже, ну, давно бы ничего не происходило. А на нем уже 300 тысяч сил, и, по сути, он просто стал силачом бамбулы. И уже, в принципе, пора останавливать рубрику. Но пока что мы будем следить за пельменем. Что-то на нем там происходить, битву гильдии проходить. И вот это вот все, как вы любите. Сегодня наша задача взять и поставить лайк, подписаться. Да, да, я проверю, сколько лайков вы оставите под этим видео. Попробуй не поставить лайк и и комментарий еще оставить. Вот только попробуй, я тебя прослежу, найду. Я тебя найду, насру тебя под дверью, если лайк не поставишь и комментарий не оставишь. Смотри мне. Смотри, да, я слежу, да-да, именно за тобой, чё ты лыбишься, чё думаешь, я тебя найду, я тебя переиграю, понял? Так, ребятушки, вот, что у нас по ништякам? Ништяков у нас достаточно много, будем мы их всех открывать, да, напомню, это бездонатный аккаунт, и также, конечно же, мы будем брать и участвовать в таком событии, как Парящий остров, Хрустальный сундук. Парящий остров, новогодняя версия, кстати. Посмотрим, сколько оттуда самоцветов выбьем. Смотри ситуацию. Динамо у нас нету, но у нас есть... сейчас я вам скажу, сколько у нас тут есть. Вот, 117, скажем так, осколков. Если нам повезет, то их будет 200, и мы на бездонатном аккаунте заберем Динамо на русском сервере, не на английском, там, где вот так вот все вам бесплатно раздают, не на тайванском, не на каком, на русском сервере заберем на бездонатном аккаунте Динамо. Кстати говоря, если бы я, к примеру, в свое время не ленился бы, забирал все бесплатные акции, там, ля-ля-ля, 3 рубля, везде участвовал бы, может быть, мы бы уже забрали Динамо или хотя бы были бы к этому близки. Так, смотри, что у нас получается. Так, Парящий остров. Заходим. И сейчас... Да ёб твою дивизию, да что это? События. Вот, Парящий остров, иди сюда. Попыток 104, да? То есть у нас 520 пыльцы. А, ну шо, давай. Что-то... 552 самоцвета. Ну давай, может быть, нам самоцветы выпадут. Так... Нам падают осколки. Слушай, подожди, а где награды посмотреть? Тут была раньше вкладка наград. А, наверное, вот здесь, да? Вот, Динамо по 5 осколков может падать. Ну, нам бы очень бы хотелось бы. Но вот что-то не падает. Вот сейчас далее, скажем так, дали нам, что нам дали? Гарантированные. Но при этом, да, по идее, Динамо должен падать чаще всех, но он не падает. Вот один осколок упал. Как бы еще 4, но это гарантированные. То есть, ну, еще 2. Давай по 5, братиш. Давай сделаем это видео эпичным. Ну, в любом случае, да, на этом аккаунте Динамо появится. Так, 4 осколка гарантированные. У нас потихонечку заканчиваются. Ребятушки, заканчиваются пыльца. Да, видишь, как назло падают герои, которые сейчас пока что, конечно же, не нужны. Давай, там у нас уже... О, а, слушай, подожди, я себя передвину. Вот так вот я себя поставлю, чтобы вы видели, да, что, как выпадает. Хотя, в принципе, вы и так, наверное, видите. Так, ну, что-то пока что у нас все грустно, да? Смотри, 10 осколков героини упало, да? Ну, какое-то там новое, наверное, не новое. А, 4 осколка Динамо, опять же, это гарантированно. А если не гарантированно, то он там падает по 2, по 1 осколку, то есть... Ну, пока что удача не на стороне бездонатного аккаунта, да, к сожалению. Посмотрите, осколки каких героев падают. Но не Динамо. Хотя, опять же, типа, он должен падать чаще всего, да, 1, 2 и 5 осколков. Ну, 5 осколков вообще еще ни разу не выпадало. А у нас тем временем уже заканчиваются у нас пыльца. Но вроде бы, если не ошибаюсь, если нам повезет, может быть, там среди ништяков есть сумки с Динамо. Может быть, оттуда что-то упадет. Или там с зефириком, не помню. Но что-то там вроде было, надо посмотреть. Так, ну, как бы... Сейчас можем понять,
что пока что нам не повезло. Мы отсюда забираем все ништяки. Ну вот, возвращаемся. Возвращаемся сюда. Так, парящий остров. С самоцветами тоже. Вот 1500 накопилось, но что-то пока что, я так понимаю, они не падают, да? Как их забрать, тоже непонятно. Они, наверное, сами как-то рандомно, да, должны прилететь. Так, еще 4 осколка динамо. И смотри, сам по себе не падает, сволочь такая, да? А вот, и вот, вот хитрые разрабы. И тут еще, смотри, чуть-чуть не хватило. Так, забираем ништяки. Смотрим, сколько у нас накопилось осколков динамо. 164, то есть нам надо, по сути, 36 осколков, но через какое-то время, да, там, собрав пыльцу, если они не поменяют награду, то теоретически мы уже можем забрать, ну, то есть осталось, ну, совсем ничего, да, теперь посмотрим ваши подарки, есть у нас тут какие-то мешки с динамо, три первых мешка, ну, это должно пипец как повести, да, это должно быть там два раза по 20 выйти, ну, сами понимаете. Ну, давай, короче, начнем открывать ништяки, и на самый десерт, на самое вкусное мы, конечно же, оставим непосредственно оставим, да, мешки с динамо. Все, там еще и зефирика мешки есть, надо посмотреть вообще, сколько там, ёлки-палки, у нас осколков, да, да-да-да, так, ну, тут пока что неинтересно все. Есть какие-то и новые награды, которых я не видывал еще. Вот, так, это что у нас, 5-е эмблемы, ну, да, как бы на бездонатном аккаунте все надо, здесь уже 6-е пошли, ну, как бы ерунда упала, а здесь уже 7-е, да, теперь, как бы, у нас пельмень не испытывает острого недостатка в эмблемах. Так, у нас, окей, понятно. Судьба. На книжке. Ну-ка отсюда, что нам попадает? Книжечки, прям хорошо, ресурсики. Эльвара мне говорила, что нужны ресурсы. Так, есть. Дальше тут 8-е эмблемы, ремочка, воодушевление, остальное говно. Тут у нас что? О, тут ерунда. О, тут уже 6-е пошли. Ну, 6-х как бы... Ну, ладно, окей. Чё грустить-то? 9-е, окей. Дальше. 15-е, 5-е. Ясно. Дальше. Так. Ну, кстати, эти скины тоже, наверное, можно прокачать. Я не думаю, что они у нас на максимуме, ребят. Да, жалко с парящего острова самоцвета не выпали. Но они, конечно, там придумали эту всю веселую штуку. Но по факту там эти самоцветы, наверное, падают, когда ты там, блин, реально задонатил, реально что-то вложил. Но если ты задонатил, тебе там на эти 1500-3000 самоцветов, я думаю, абсолютно пофигу. Вот если бы вот бездонатным пацанам, как я, да, взяли бы, выпали в парящем острове самоцвета, тогда было бы приятно. Но опять же, что-то там, ну, что ты там, не для тебя роза с самоцветами цвела. Да, задонатить ты должен, чтобы их получить. Так, ништяки. Места у нас еще на складе хватает, слава богу. Вот, смотри, что нам выпало. Что нам отсюда выпадет? Ерунда. Так, дальше. Тут окей. Давай, что нам отсюда? Окей. Ну, здесь, да, опять же, скины. Неинтересно. Так, у нас там есть даже новый сундучок. Так, у нас отсюда что падает? Отсюда тоже у нас скины падают, друзья. Куда уж нам без скинов, ребята? Как нам жить-то без скинов? Объясните мне, пожалуйста. Есть. Закрываем. Так, тут сундук какой-то блатной. Окей. Сюда что? Окей. Леса. Еще леса. Так, здесь ерунда. Воу-воу-воу! Кубок огня? А, да нет, там не кубок огня, как-то по-другому этот талант назывался. Сундук благодарения! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вот это на самом деле хорошо выпало.
Если учесть, что это бездонатный аккаунт. Здесь у нас роскошный мешок с эмблемой уровня 5. И там эмблема, и там эмблема называется. Допустим, здесь... Ну, здесь странно. Вот просто нафига это придумывать, как бы, если сюда ничего нового не вставлять. Ну, давай откроем. Давай откроем. Окей. Так, тут у нас зефирик. Тут у нас лиса. Это мы все потом. Это мешки лабиринта. Это у нас питомцы. Питомцы, идите сюда. Вот, располагайтесь поудобнее. Так. Это у нас что? Это у нас... Так, это мы забираем. Это мы тоже забираем. Надо посмотреть, сколько у нас зефирика осколков. Может быть, часть зефирика заберем. Хотя, блядь, ну там 5 мешков, сами понимаете, 5 осколков выпадет. И типа, иди... Иди гуляй, Вася! Иди гуляй, Вася, да? Вот, так, тут у нас еще какие-то осколки. Ну, тут, к сожалению, видишь... К сожалению, тут не падают осколки, да, зефирика или еще кого-либо. Тут отсюда что может упасть? Ну, давай. А, ёпту, я ж тупой. Подожди, а кого мне надо? А кого мне надо? Кого мне надо? Ну, слушай, секач у нас уже с этой эволюцией. Не знаю, может, Фрости? Ну, давай, слушай, Фрости. Ваши подарки. Ну, давай. Чисто для эволюшена, давай. Опа, 100 осколков. Е-бой! Так, здесь у нас... Окей, давай вот эту штуку откроем. Оно тоже, типа, надо выбирать, да? Ну, блядь, не знаю. Окей, давай, блядь. Меня Эльвара убьет. Ладно, подожди. Смотрим, сколько у нас осколков. Мы кого-то собрали. О, Фрости, наверное. Да. Собрали Фрости. Смотрим еще раз. Ребят, еще раз. А, что у нас с господином... Так, Динамо 164 осколка. А с господином Зефириком... Где он, кстати? А, Зефириком 6 осколков. Типа, блядь, что так плохо? Или подожди, или у нас был зефирик? Что-то я попутал. Да нет у нас зефирика. Нету. Это типа что, блядь, за все время только 6 осколков зефирика? Серьезно? Ну ладно тогда, что нам париться, открываем. О, 10 осколков, блядь. Пиздец. О, 3 осколка. Так, ну что? Давай, ребята, разом все открываем. Решится судьба аккаунта! Нам надо 36 или 34 осколка. Давай, рандом, не подведи. У-у-у. А вы пока можете поставить видео на паузу и написать, сколько же мне сейчас выпадет осколков. Ну, давай, воспользуйся паузой и напиши, елки-палки. Потом посмотришь, ты можешь идти в казино, все на ноль ставить, на зеро или нет. Давай. 7 осколков! Ну, в принципе, это даже... Ну, я вообще предполагал, что выпадет 3, да? Типа, но как бы выпало 7, и того нам теперь не хватает до Динамо 29 осколков. Жесть какая, ребята, жесть, жесть. А могло повезти, могло чуть-чуть повезти больше, и мы бы сегодня забрали Динамо. Ну, как видите, знаете, не судьба, не судьба. Кому понравилось видео, не забываем подписаться, поставить лайк, вот, оставить свой комментарий, был бы вам весьма благодарен. Вам не сложно, мне приятно. Всех целую куда-нибудь, пока.